В последнее время появлялись слухи о том, что педиатрическое отделение Видновской районной клинической больницы закрывается, и теперь больных детей придется возить в город Домодедово. В средствах массовой информации руководство медицинского учреждения эти слухи неоднократно опровергало. А в конференц-зале Видновской районной клинической больницы состоялась встреча с жителями главного врача Виктора Барсука. На ней также присутствовали исполняющие обязанности заведующий педиатрическим отделением Марина Царева, глава городского поселения Видное Моисей Шамаилов и местные депутаты. В ходе встречи Виктор Барсук еще раз подтвердил, что закрытие детского отделения в районной больнице не планируется. Кроме того, он зачитал приказ, изданный по Министерству здравоохранения Московской области. Организовать межрайонное, межмуниципальное детское хирургическое отделение. Здесь было 10 коек, у нас стало 20. Маршрутизация будет идти из Домодедова сюда. Также Виктор Барсук рассказал собравшимся о причине появления этих слухов. С начала нынешнего года в Ленинском районе был зафиксирован 21 случай заболевания корью, 14 из которых у детей до 14 лет. Попадает ребенок с ОРЗ, Через 5 дней у него проявляется корь. Такой ребенок нам попал. И мы приняли решение, чтобы у нас не распространялась корь в детском отделении, маршрутизировать всех больных с ОРЗ в инфекционное отделение города Домодедово. Чтобы нам еще раз не заразить здоровых детей. На встрече был поднят вопрос о недостаточном количестве детских участковых врачей. Виктор Барсук озвучил информацию о том, что в данный момент комплектация коллектива медицинского учреждения врачами составляет только 63% от нужного количества специалистов. Он также рассказал о шагах, которые предпринимает руководство области, чтобы привлечь врачей для работы в муниципалитете. Губернатор с нами встречался в феврале месяце, он принял решение. Плюс 32 тысячи с 1 апреля. То есть врач, педиатр на сегодняшний день будет получать на один участок, это 700 детишек, на один участок 82 тысячи. В ходе встречи жители выразили озабоченность тем фактом, что в Видном закрылось инфекционное отделение. Глава городского поселения Видное Моисей Шамаилов предложил жителям совместно с депутатами и городскими властями составить обращение в Министерство здравоохранения Московской области с просьбой построить в Видном инфекционное отделение. Эту идею поддержал и главный врач Видновской районной клинической больницы Виктор Барсук.